сразу, так сказать, раз. Как бы 2 июля мы открываем на территории муниципального образования Каменогорского поселения, значит, так называемую тропу Героя Советского Союза Шестакова Константина Константиновича. Это уникальное явление. В России таких фактов нет. Мы отыскали место совершения подвига Шестакова там. Он захоронен на Петровке. Вот. И 7 числа, то есть 2 числа установлен, значит, памятный знак на высоте, где он подорвал себя вместе с свинами, поскольку боеприпасов не оказалось, уже у него были израсходованы. Будет памятная доска, будет реальная тропа, ограждена, значит, указателями и так далее. Привлекается личный состав Западного военного округа, нашей мотострелковой бригады, корреспонденты «Страстной звезды», «На страже Родины» газеты Западного округа. То есть мероприятие действительно значимое. Вот. Приглашаю, с удовольствием посмотрите. Я думаю, что эта тропа героя, она войдет в один из туристических маршрутов по местам боевой славы Выборгского района. Она будет большим подспорьем в воспитании нашей молодежи и службы вооруженных сил, вообще гражданской ответственности за интересы своего государства. Ну а как военный, я хотел бы сказать, службу муниципальному образованию Выборгский район и Ленинградской области. Спасибо.